Всех приветствую, друзья, снова у меня на канале, меня зовут Игроматор, и мы продолжаем с вами проходить Call of Duty Cold War. Так, мы тут с вами опять находимся на конспиративной квартире. У нас тут Хадсон с кем-то базарит по телефону, да, с кем он там разговаривает. Давайте поговорим с ним, что он там. Момент. Побыстрее, я занят. Визит на Лубянку прошел по плану. Не то слово. Наш человек проделал огромную работу. Что до тебя, у нас требование только одно. Необходимо превзойти все наши ожидания. Приветствую тебя в команде. От всей души. Есть какие-то сомнения насчет Вудса? Я не склонен обсуждать свои личные взгляды на членов команды с подчиненными. Что-то еще? А если на Кубе окажется действующая атомная бомба? План А, агент Азулай. Мы выбрали Лазаря вовсе не за обаяние. Он сапер высшего класса. Но даже если он не справится, тебе придется ее забрать. Да, возьми смену штанов. Может, стоит взять ударную группу покрупнее? Ну нет. И при таком размере группа Персей может почуять опасность и сбежать. В этом случае меньше лучше. Но нужны точные данные. На кону ядерная война. Данных точнее не будет. Разведки всего мира много лет пытаются привязать Персея к конкретному месту. Такое чувство, что он живет где-то между строк истории. И если ты лично сможешь прикончить его, то я буду невероятно счастлив. Спасибо за информацию. Если хочешь повторить детали инструктажа, проектор в дальнем углу. Ну, я можно слушаю. Проектор посмотреть, прикольно. Давайте глянем. Так, это что у нас? Вудс Мейсон. Давайте с Вудсом поговорим. Осторожней, это протеже Адлера. Белл. Вас и Фидели Кастро что-то связывает? Ты серьезно говоришь? Только не это. Не-не-не-не. Погоди, я сейчас все объясню. Началось. Ха-ха. Ну да. Мы с Кастро в некотором роде кровные враги. У меня была возможность его убрать, но информатор подвел. Волна дерьма тогда дошла аж до самого Вашингтона. В общем, если я узнаю, что Персей снюхался с Кастро, и Хадсон случайно обнаружит мою пулю в голове Фиделя, ну, придется списать это на побочный ущерб. Хм, уложился в 5 минут. Я ждал часового монолога. Ну, я помню миссия про Фиделя Кастро, когда мы играли за Мейсона, по-моему, да? Это, по-моему, в первой части Black Ops. Вы тоже охотитесь за Персеем во Вьетнаме? Охотились? В Хишане мы ловили другого урода. А, точно. В Хюэ мы выгрузились рядом с группой Адлера. А еще тогда я имел несчастье познакомиться с Хадсоном. За эти годы он не изменился. Как он был полнейшим занудой, так им и остался. Парни, вы настоящие герои. Я горжусь тем, что мы служим вместе. Слышал? Мы легенды, мать твою. Да, где мы там гром победы. Так, хватит уже языком трепать. Тот фальшивый американский городок тебя не впечатлил. Или ты сейчас про Мейсона? Не, я пока живой. Вудс, Хадсон беспокоится за тебя. Это ты к чему говоришь? Это уже перебор. Если хочешь подружиться, то это самый тупой в мире способ. Да мы прикалываемся. Кажется, он озадачен. Ситуация сложная, но это, похоже, тебя не тревожит. Вы с Адлером только что влезли в КГБ, ломанули их базу данных и ушли живыми. Ну а теперь наша очередь. На месте Персея я бы уже спрятался в нору. А я бы залил эту чертову нору напалмом. Такое чувство, что мы выслеживаем Персея уже 1000 лет. Для Адлера это кульминация 30 лет напряженной работы. Неудивительно, что он на взводе. А тебе стоит собраться и не думать о прошлом.
Можешь не напоминать. Все это ради Симса, ради Адлера и ради меня. Хорошо. Это дело. Потом поговорим. Да. До скорого, Белл. Что-то как-то какое-то освещение тут, или у меня фонарик включается, не понимаю, когда разговариваю с ними. Непонятно. Так, а где тут... Ух ты, винточка лежит, прикольная. А где... Или это ночью мы, наверное? Наверное, ночь, скорее всего, на дворе, да? Парк. А парк где-то здесь. Я сюда могу зайти, нет? Не, я сюда не могу зайти. Парк где-то там. Он мне сказал, можно проектор посмотреть. Пойдемте посмотрим, попробуем. Что за проектор? А, вот проектор. Что-то какой-то... Какая-то документация использовать. Ну-ка, давай. F. Использовать. А, о. И как использовать? Подожди. А, смотреть слайды. Это бомба какая-то ядерная, да, походу? Устройство ядерного оружия. Здание... Ага, понятно. Так, а тут что у нас интересно появилось? Ничего тут не появилось? Так, понятно. Ничего тут такого у нас больше не появилось. Хорошо. Так. Давайте посмотрим, что у нас там с уликами. Так. Что у нас тут? Сломанная челюсть. Красный свет. Так, это мы здесь уже выполняли, да? Я почему-то здесь не собрал улику одну. Красный цирк. Алекс Мейсон, агент ЦРУ, майор советской армии Вадим Рудник помогает Персею внедрять агентов в правительство европейских стран. Группа была вынуждена ликвидировать Рудика. Рудика, по-моему, да? Изучить улики. У меня, кстати, три улики есть, да? Ну-ка, давай-ка назад. Так, обзор подозреваемый, начать операцию. Ну-ка, стоп, подожди. Сейчас... А, это получается дальше по заданию. Следующее задание, последняя черта. Отряд отправляется на Кубу, чтобы захватить украденный Персеем ядерный заряд. Тут мы все... Мы, кстати, вот эти дополнительные задания таки не прошли, да? Их можно проходить или нет? Расшифровать дискету. Особые улики. Так, изучить улики. Ага. Красный свет, зеленый свет. А, мы одну улику с вами не нашли. Ладно, не будем мы ничего расшифровывать. А вот это что-то такое, желтым обозначено. Давайте их здесь выполним, изучить улики. Уже несколько идет группу советских агентов, внедренных в правительство европейских стран. Судя по всему, они должны сыграть свою роль в каком-то будущем плане. В ходе недавней операции мы получили информацию о структуре этой группы. И взгляд три неустановленных агента. А, ну это мы помним. Вадим Рудник. Обзор подозреваемых. Отметить как цель. Харовый спрей. Давайте первых троих отметим. Назад. Так, хорошо, ладно, а если начать операцию? После ликвидации Вадима Рудника вы не сможете заменить троих выбранных подозреваемых. Уверены, хотите продолжить? Хорошо, давай попробуем. Так, этим вопросом займутся Вудс и Мейсон. Похоже, Рудник прячется на советской военной базе в горах Узбекистана. Добраться туда легко. Мы высадим ребят неподалеку и заглянем к ним. Пусть ублюдок знает свое место. Очень надеюсь, что Рудник там. Переться в такую даль. Начальство уверено, что он там. Рванем эту вышку ко всем чертям. Поднимем шорох. Вот тогда и будет ясно. Ладно, поехали вниз. Пора поиграть в прятки. Так, операция «Красный цирк».
Мы играем за Мейсона, окей. Так, мы на месте. Принято. Авиапочта готова. Сообщите адрес. Укажите нужную радиовышку. Мейсон, вышка на той дальней горе. Понял тебя. Сейчас пометим. Отправляю координаты. Принято. Ждите почту. Бабах! Скажи, разберись с рудником, пока он не сбежал. Так, что у меня тут есть? Времени, чтобы МК, зачем другое взять? Я прикрою тебя сверху. Так, возьму дробаш. Не люблю эти снайперки. Так. Иду, иду, я уже спускаюсь. Ты меня тут прикрывай, правильно? Ты же со снайперкой меня прикрываешь, правильно? Так. Рудник уходит. 12 минут у меня на все про все. Так. Идем вперед. Так, ну я надеюсь, что меня не убьют. Так, обыскать. 50 метров. Давайте там. Ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, их там дофига. Стой, 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 сейчас. Больно бьются. Больно бьются. Давайте гранатку туда кинем. Где там? Никого не вижу. Где они там все? Главное, чтобы слева меня не обошли. Так. Идем вперед. Дробаш возьмем, зачистим территорию. Так. Что тут можно взять? Мины можно взять, да? Гранатки. Опускать. Советская база. Хедшот. Так, все, здесь ничего нет. Мне надо дальше бежать. В районе цели. Так. Ух ты, ух ты. Нифига себе они там засели. Русские крутые чуваки, блин, сидят там. Походу с дробаша меня убили. Окей, ладно. Дубль 2. А, понятно, я здесь появился. Ладно, давайте с автоматом бегать. Что-то с дробашом я как-то вообще... Крутые чуваки сидят там. Так, готов. Это что у нас? О, более крутой дробаш. Давайте этот дробаш возьмем. Он полуавтоматически, походу, будет, да? Так, куда мне бежать? Откуда он шмаляет? Ниже вообще. Попадешь в него. Поехали, подъедем быстрее будет. Ух ты, ух ты, ух ты, крутые чуваки. Ну-ка, давайте-ка начнем гранатку. Так, что с другой стороны гасится. Да ё-моё, сколько вас тут. Сейчас убьют, убьют, убьют. Толпа чуваков забежала. Так. Блин, если бы тут надо было аптечку. Мне не дают выйти. Где они там? Там гасит, не могу понять, откуда он. Где они все? Не, тут, наверное, снайперка нужна была. О, молодец, давай, прикрывай меня. Откуда они гасят, не могу понять. Со всех сторон. И там, и там. Вперед, вперед, вперед. А что обыскать? Я ж там был. Мне пишет, что мне надо обыскать. А, понятно. Или нет? Я, наверное, не обыскал, ребят. Опять обратно придется возвращаться. А кого тут обыскать надо? Чего тут обыскать надо? Что за ерунда? Блин, их там толпа сидит. Ух ты, ух ты, ух ты, назад. Назад, блин, гранат нет.
гранаты кинет. Так, у меня 9 минут. Блин, эти чуваки меня задолбали. Где они там? Где чувак? Где ты сидишь? Куда он шмаляет? Прикрой меня! Убил? Что это он меня так начал гасить, а? Красная бочка, это, конечно, жесткая. Лучше отсюда свалить. Так, у меня две обоймы осталось. Блин. А, понятно. Ты... Стоять. Обстреляем их. Ух ты, блин, нам что, перестрелка гранатометами? Откуда он стреляет? Снайперов этих убить, а то они, блин... Не дадут мне ничего сделать. Так, готов. Мне нужен. Готов. Так, давайте поменяем на эту штуку. Так, сюда. 8 минут у меня. Да, не знаю, получится, не получится. Хорош. Бежим, бежим, бежим. Ныкаемся, ныкаемся! Блин, ни гранат, ничего нет вообще, и патронов нифига нет. Где он там? Башка торчит или что у него там? Так, надо вот эту контору обыскать. Так, дробаш возьмем на второе оружие. Так, патрончики. Патрончики, патрончики. Так. А, 100 метров бежать докуда, да? Дальше бежать. Давайте подъедем. Заезжай. Обстреливают пулеметов. Черт, черт, черт. Где вы там? Походу можно залезть, на, да? Давайте гранатку туда. Опа. Давайте еще одну гранату кинем. Опа. Ну-ка, ну-ка. Так, хорош. Еще дальше. Опа. Там дым. Задымил он. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, тихо, тихо. Сейчас все будет ништяк. Выберемся. Черт. Назад. 6 минут осталось. Ничего себе, они там сидят. На тиком гранатку. Откуда? Тут вообще невозможно. Как тут можно вообще проходить? А это еще средняя сложность. Так, бежим вперед. Троны есть? Есть. Так, я надеюсь, что я не сдохну здесь. Сейчас загасят. Куча автоматчиков. Опа. Ага, видал, как я? Так, мне надо обследовать тут все. Опа. Автоматчик. Опа, опа. Готов. Готов. Все, убили мы его. Рудник отбегался. Так, все? А, наконец-то. Хорошо, хоть без времени. Да что вы все лезете? Вы же все сдохнете тут. На базе на этой. Сейчас сфоткаем. Блин, ты чувак так упал? Как сфоткать? Прикройте мою задницу! Подтверждаю ликвидацию. Засвидетельствовал на снимке.
следующий раз они попросят что-нибудь нарисовать. Отлично. Вертолет на подходе. Поставьте дым, чтобы обозначить площадку. Так, мне еще надо как-то отсюда выйти, вызвать эвакуацию. Бросьте дымовую шашку в том месте, куда вы хотите вызвать эвакуационный вертолет. Рекомендуется выбрать место удобнее для обороны. Ага, понятно. Но мне надо какое-нибудь оружие. Может, мне, наверное, не возьму лучше автомат. И возьмем еще какой-то китайский автомат тут валялся. О, вот этот. О, у него даже барабанный магазин. С автоматами, наверное, лучше будет мне обороняться, чем с пулеметами с этими. Так. О, ну-ка. Давай лучше АУК возьмем. Хорошая штурмовая винтовка. Так. А, граната у меня есть, да? Типа, мне дали гранату. Куда, чтобы вертолет сел? Я не знаю, наверное, где-нибудь открытое место какое-нибудь, я не знаю. Что у вас там внизу? Поставьте дым. Я понимаю, мне надо место найти. Подожди, не кипиши. Сейчас все будет. Здесь вертолет сядет. Опа. Блин, она еще... тремя патронами стреляет. Какого хрена? Я думал, она автоматическая. А, стоп. Я вообще, блин, не топ бежал. Ну, я оружие взял. Пелец. Я думал, она автоматическая. Сейчас загасят. Плохое место выбрал, подожди. Все, всех убили? Сдох. Я вам не дам все. Я понимаю, что ты хочешь, чтобы я улетел, но мне пока надо место найти. Какое место тут найти? Наверху где-нибудь. Давай наверху здесь кинем дым. Вертолет сверху прилетит. Здесь, наверное, обороняться лучше будет. Так. Давай лучше СКС возьмем. СКС одиночными патронами, но у меня есть шанс. С другой стороны мочат. Ой, блин. Это жесть какая-то. Да нате вам гранаты. Нате гранаты. Куда я кидаю, вообще не знаю. Что за фигня, блин. Лежать. Их слишком много. Я понимаю, что их слишком много, но я держусь пока вроде как. Где кто? Опа. Да не стреляют. Они уже здесь. Пора вызывать поддержку с воздуха. Я понимаю. Опа, кто-то его убил. Меня Мейсон прикрывает. Точнее, Вудс. Я ж... Опа, пулемет. Так, что мне делать? Ждем просто вертолет или что мне делать? Где они там все? Вон вертушка наша летит. Все, всех замочили. Там это Мейсон, ой, этот Мейсон бежит, Вудс бежит. Я в Вудса стреляю, что ли? А мы Вудса забрали? Я что-то так и не понял. Окей. Ну что ж, неплохая такая миссия, мне понравилась. Очень так динамично, очень прикольно. Так, ну что, давайте посмотрим, что нам тут наши главные герои скажут. Давайте подойдем к Вудсу и к Мейсону, что они там нам скажут. Осторожней, это протеже Адлера. Белл.
А, это я уже мы смотрели, да? Мы уже это говорили с ними, получается, да? Угу, понятно. Так. Да. Так, скорого, мы это все смотрели, мы это все видели. Так, ну что, ребят, в принципе, я думаю, что на этом мы сегодня и закончим. Будем дальше проходить. Ну да, я сделал небольшой перерыв такой в прохождении. Ребята, пишите в комментариях, что думаете вообще по этому поводу. Оценивайте видео, это помогает мне ориентироваться, то есть продолжать мне снимать прохождение, не продолжать. Как бы все зависит от вашей активности. Ну, хотелось бы, конечно, побольше вашей активности в таких вот прохождениях. Но все-таки я надеюсь, что кто-то это смотрит. Все, ребята, спасибо всем за внимание. И кто досмотрел видео до конца, обязательно оценивайте и рассказывайте обо мне друзьям. Ну, увидимся на канале со следующими видосами, следующими прохождениями. Все, всем пока.